Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Dire Team Pick. Radiant Team Pick. Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами возвращаемся в прямой эфир, и сегодня будем смотреть матчи в квалификациях на ESL One Frankfurt 2016. Напомню, дорогие друзья, что какое-то время назад, даже, наверное, пару дней назад мы с вами продолжали смотреть эти квалификации, остановились на том, что у нас осталось буквально там 4 матча. В общем, это в лузерах несколько матчей, в том числе и Na'Vi, и NoDigit, которые на ваших экранах. В винрах будут играть Virtus.pro, Vega Squadron, также в сетке еще остались ребята из Team Spirit тоже в лузерах. То есть 5 команд будут между собой в оставшихся матчах разыгрывать 2 слота на этот самый турнир. Как вы понимаете, в преддверии, опять же, будущих раздач инвайтов на маниловский мейджор, да и в принципе, для того, чтобы победить в этих квалификациях, нужна победа в каждом матче. Особенно тем командам, которые сейчас находятся в нижней сетке. И вот Na'Vi сегодня столкнулись против NoDigit. Na'Vi, которые буквально только вчера успели, ну, или порадовать, или, может быть, кого-то даже расстроить своим выступлением на StarLadder. Заняли они там 2-е место, я напомню. И вот уже сегодня в онлайне готовы играть дальше. Ну, а ребята из NoDigit, команда, которая образовалась совсем-совсем недавно, продолжает свои шествия по квалификациям различным. В том числе, вот, выступают, в принципе, неплохо на ESL One Frankfurt. Ну, и сегодня для вас вот этот матч будет комментировать Адекват и Light of Heaven. Дим, я слышу, ты тут уже, привет. Да, привет, Рустам. Как настрой? Тут смотреть будем? Да, замечательно. Я также хотел немножко сказать, что в свое время, давно, когда существовали Na'Vi 2012-2013 года, Синдрен имел от этой команды побед больше, чем то бы то ни было в Европе. И надеюсь то, что дело тогда, потому что за 3-4 года не сильно что-то изменилось у Na'Vi. Уверен, что Синдрен знает, понимает, что будет делать Na'Vi, учитывая то, что последние 4 дня он пристально следил за ними. Сейчас он нам покажет, какое полная контра пуша. Полная контра пуш, полная контра Na'Vi. В том числе. Ну, действительно, но NoDigit было время за все эти 4 дня посмотреть, как играет их будущий оппонент. Я тут уже рассказал зрителям, насколько важен этот матч. И, ну, Синдрен, надеемся, что готовил интересное. Ну, а Na'Vi, как это понимать, после прошедшего лана не имели возможности подготовить какие-то новые стратегии, соответственно, будут играть тем, чем они играют лучше всего, добирать, вот, например, таких ченов для артстайла, брать себе бестмастера в оффлейн, и вот таким образом где-то сплитить, это пушить, это зарабатывать себе преимущество на ранней стадии. Да, я думаю, Na'Vi делают абсолютно правильно. Все-таки 4 турнира они, 4 дня они играли слишком активно, ну, там не было времени, чтобы отдохнуть. Сейчас вот лучше всего, говорил, не изобретать какого-либо велосипеда, просто играть вот теми героями, которыми у тебя лучше всего получится. Понятно, что, конечно, можно как-то немножко хитрить, можно что-то... Но на месте, я уверен, что им не надо чего-то менять и эту силушку богатырскую себя показывать. Да, ну и пока мы видим, что у нас будет уже в этой карте, первой карте противостояние Чен и Enchantress двух лесников, добирают себе дальше метовских персонажей типа Бестмастера от Волдбауэра, и вот во второй стадии открылся Синдрен пиком Бич-Доктора. Интересного суппорта. Наверное, самый популярный суппорт в нынешнее время, потому что хорош в замесе 5-5, хорош на линии, довольно-таки увесистый у него тычка в начале, да и замечательные спилы. Ну и также, наверное, один из спилов, он... кто может побороть Чена в начале игры, стоящих по крипам. Это всегда волшебно срабатывает, действительно. Да, и в лейте еще вот также добавлю, что если хорошо поставить палочку перед изувардом противника, то вот буквально недавно я смотрел, где Артстайл нанес там 6-7 тысяч демеджа. Это было больше там, чем керри Гераков, или чем керри Квинов.
Это в четвертой карте, да, против Вики Гейминга? Да. Мы все это прекрасно помним, этот момент волшебный. Там, где Нави почти удалось перевернуть драку. А Бэйн отбирает себе Нави. Бэйн — это один из тех героев, на которых очень хорошо играет сами. Ну, Диггити, в частности, Синдерен. Но вот, видим, Нави его перехватили, опять же, герой для того, чтобы неплохо выигрывать линии. Опять же, отстаивать эти самые линии. Герой, который абсолютно не жадный, в принципе, и может позволить себе очень много на ранних стадиях. Ну, похоже на то, что Нави сейчас пока решили задавить статами. Плотные герои, что Бисмарк, Вейн и, видимо, пойдут давить. И вот на месте Ноудити срочно стоит подумать о каком-то АУЕ. Можно будет снести крипов Чена. Так, хорошо, давай смотрим. То есть есть стандартный гирокоптер. Вот самый, что ни на есть стандартный. Стандартный, опять же, в преддверии того, что происходило у нас на последних 4 днях Старладера. Как герой, который с флеком может избивать любых смон. Ну, вот... это Бэтрайдер. Вот, говорил об гирокоптере. Вичи Гейминг, Реборн, которые смотрели за теми же Нави, они поняли одну простую идею, что опасно брать двух жадных кэрри, опасно брать даже одного жадного. И лучше всего брать четырех кастеров, ну и может быть гирокоптера, который является одним из сильнейших кэрри. Я вообще на месте Синдерен попробовал бы взять его пораньше, может быть там на второй стадии, может быть даже на первой, и после этого посмотреть, получится. Вичи Гейминг выиграли. Ну пока гиркоптеров здесь никаких нет, добираются Петрайтер, но у тебя один из сигнатурнейших героев для Койквы в мид. Не очень много команд в последнее время используют Петрайтера в качестве мидера непосредственно, а Койква как раз таки к их числу, и посмотрим, насколько хорошо у него получится в этой карте. Чем свойственен Петрайтер от Койквы? Тем, что он довольно быстро вносит себе блинктагер. Ну, я также добавлю, что Бэтрайдер — это самый настоящий. Он начнет проекта после этого кидать издалека. И держать кого-либо финс-грип он довольно-таки сложен. Учитывая то, что Бэтрайдер, когда начинает лететь вверху, большое количество людей, которые там спят где-то в кустиках, может быть, еще в каком-то месте, является прям таким как-то своего суппорта защитить. Так, ну пока это Queen of Pain для Dendy в мид, соответственно, опять же, ничего нового не изобретают Na'Vi, все это мы уже прекрасно с вами видели, неоднократно в исполнении этого коллектива. Осталось только там придумать будет какого-то керри. Ну и выбор, опять же, довольно широкий. Самое главное, что стоит здесь подметить, что Синдерен забанил или Ликантропа забанил Фуриона, то, на чем играет Дитяра в основном. Ну, стандартный Джиггернаут, Гирокоптер по-прежнему в поле, поэтому что-то из этого, возможно, мы увидим. Да, или может быть какой-то герой, который просто пойдет вперед. Пока у Natus Винс только один герой идет, это Бисмастер. Но если присмотреться, то ОД может с ним побороться. Может спрятать своих союзников, при этом после этого они сделают контрвыпад. И скорее всего Natus Винс нужен какой-то керри, который пойти вперед и дать лишний стан. Того же Деваура. Свен, нравится тебе? Свен. Нет. Или Урса. Что-нибудь. Свен, Урса. Не, ну в принципе-то все смотрится неплохо, но просто мы же понимаем, что вот здесь такие герои Нудигити, которые в принципе имеют возможность довольно неплохо кайтить этих милишных хоров. Вообще любого, если из них взять. К окончанию БКБ Бэтрайдер разводит, Энчантерс Untouchable работает, Твич Доктор Каски от Волдувар прячет, бьет издалека. Ну, в общем, довольно проблематично будет пробивать. Но при тех геймстайлах от Свена, которые демонстрируют у нас команды, особенно в Европе в последнее время, конечно, Свен на них внимания особо не обращает. За пару таров изничтожая всех и вся. Ну, посмотрим. Я просто, ну да, Свен, он заходит здесь не очень хорошо. Возможно, какая-то Урса может показать себе шикарно. То, что она как раз против Enchantress может стоять на линии хорошо. И Рошанчиков забирает довольно-таки быстро, учитывая то, что Нави пушат и играет агрессивно. И, ну, там посмотрим, как пойдет. А вот Ноудигити... Так, ну по идее должен быть оффлейнер, да, персонаж для Хизу, для него как раз брали Дарксира. Ну, в общем-то, ничего особого у Дигити тоже не изменилось, я смотрю по их драфту, все то, что они брали раньше, тоже изобретать велосипед не стали, очень даже дефолтный метовский пик на данный момент. Да, Дарксира, на мой взгляд, как-то, ну, пока непонятно, по кому он конкретно, то есть кидать вакуум, давать. И при этом, опять же, вопрос, на кого кидать щитки. И Вич Доктор, Энчантрас, Дэ, это ну, герои, которые тонкие, нужно какое-то количество ПП, и Синдерена сейчас можно наказать. Очень жестко наказать. То есть, я думаю, там любой герой, любой керри, там, Коптер, Урса или что-то еще, они прям заходят вот за эту команду.
и начинают раздавать. Да, что мне тоже действительно не нравится, то что у Нотигити нет сочетания каких-то ключевых способностей ультимативных, то есть есть герои, которые бьют таргетно, от Волдеваур, например, Чатры с Импетусами, ну, Бутрайдер одного в лассо вяжет, а вот под Дарксир как раз под вакуум действительно ничего не имеется, нет никакого то элементарного ауешного стана хорошего, либо вот что-то типа Соник Вейв от Квапы, и довольно тяжело можно будет принимать файты 5 на 5. В то время как у Нави с этим полный порядок. То есть непосредственно сама Queen of Pain с хорошим прокастом, Чен с подхилом обязательно. А плюс ко всему, возможно, тут еще кого-то сейчас доберут. На позицию керри тоже с ауешками. Барабанная дробь. Ну, чем плох гирокоптер в данной ситуации? Не знаю, мне он нравится всем. Мне вот тоже он нравится. Единственное, что вот у него могут быть сложности в конце, но Натус... ударились там... по полной, забирает себе лондру Рида, и это очень и очень интересно. Как же они будут в атаку вместе с ним? Кто так, не ожидал? Я точно не ожидал, и у меня сразу закладывается вопрос, а когда последний раз у нас Титя играл на лондру Рида? Я признаюсь, не все матчи наблюдал с Старладера, в том числе ты вот припомнишь, катал, не нет, катал? Нет, я бы хочу сказать, можно... После турнира поняли то, что нужно расширять свой пул героев, играть немножечко стабильно, и вместо того, чтобы изменить стеги, просто решили пополнить пул DTR. Знаем то, что он прекрасно играет на Волке, на Фурионе, а эти герои довольно-таки хороши, когда идет давление. Ну и, кстати, вот Лондруид, он тоже один из них, может пойти вперед и... Да, поначалу, правда, потребуется, может быть, немного спейса, но мы понимаем, что это герой, который будет ставить, скорее всего, на легкой линии, соответственно, у него при поддержке будет случаево Бейн. Приходящий из леса Чен, а значит какой-никакой спейс будет создан, в любом случае. Так что посмотрим, сколько хорошо у него получится подфармить, потом уже уничтожать ребята из NoDigity. Еще раз, ребят, матч в лузерах, это best of 3. Проигравший в этом матче выбывает из квалификации. И, как мы знаем, было анонсировано уже, инвайты на предстоящий Manila Major будут уже розданы в следующий понедельник. Следовательно, осталась только неделя. За эту неделю Na'Vi, в теории, могут выиграть эти квалы и попробовать больше вероятности иметь на получение того самого прямого слота. Это дело, что NoDigity претендует на прямой инвайт, потому что команда образовалась, мало что выиграли, кроме там квалификации на эпицентр, ничего. А вот у Na'Vi шансы есть, и поэтому им эти победы, ну, как никогда, как никому. Поэтому посмотрим, получится или не получится в рамках хотя бы данного матча. Так, ну есть смысл пройтись быстренько по составам, посмотреть, что у нас, кто на ком, зачем и почему. Койко взял своего сигнатурного ботрайдера. Ябзар сыграет на Enchantress, Эра на Волдеваури в качестве кора, а Хизу будет играть на Дарксире, ну и, естественно, Синдерен на Эвч-Докторе. И те самые Na'Vi. Сенепи будет играть на суппорт Бейни, Артстайл забирает лесного чемпиона, Дэнди ставит миди на Пейн, Дитяра карьерует на Л... И генерал, молодое талантище команды. И вообще, наверное, один из самых перспективных игроков играет на Бестмастере. Да, мы видим, как два борца уже проставили Na'Vi. Обратите внимание, они дали Vision на мид обязательно. И, конечно же, на топ, на случай, если будут ганги в сторону Лондруида. Это непосредственно очень важно. Мы знаем, что Лондруид весьма уязвим от различных перемещений на ранних этапах. То есть любой ганг, условно, от Вичдоктора или какого-то Бэтрайдера с ранними блинками может оканчиваться смертью для Лондруида. Поэтому вот такие борцы, они будут всегда иметь вес. Движенок будет в относительной безопасности. Да, и также дополню, я вот одну игру, где Na'Vi играли с Лондруидом. Да? Играли они против Danish Beers. Это была та самая игра, где Beers, 5 героев Danish Beers, и Миллион Форс больше, двое из героев команды Na'Vi. И вот не там... очень зашел, я смотрю. Да, да, и там вот была одна особенность. Na'Vi тоже взяли Лондруида. Мил, рассчитывали... Рассчитывали они, наверное, на 15 альянс и пытались пойти бить выпуски, но так получилось, что тайминги сбили. В итоге, пока DTR пошел фармливать его, причем не один раз, и не два, и не три, они там знатно повоевали, и когда он купил радианс, игра уже была закончена. Возвращаясь как раз к вопросу о том, что начальной доминации этот медведь все же в его сторону. Да, вот интересно, войдет ли он в... Знаю, как мы видели, они не прочие на 10-й минуте Т3, да и на 15-й у них прекрасно получалось против тех же LGD. А вот с медведем нужно будет поаккуратнее, нужно поосторожнее. Подождать немножечко, пока они попадут. И вот тогда, возможно, они смогут.
Ну, здесь, конечно же, должен будет активно подключаться прямо с первых минут на товарищ Artstyle. Мы знаем, на чьей он играет весьма агрессивно. Как мы видим, в инвентаре у него уже имеется один смог. Поэтому первый же сумон, возможно, тут же смог, тут же ганг, попытка убить кого-либо на карте. То есть, опять же, создание примитивного спейса для своего коллектива. Так, ну и пока мы видим, у нас пауза отжимается, встречается на миде Батрайтер против Queen of Pain. Это такой топ против Дэнди. Обменивается уже любезностями, мы видим. Ну и очень коварно спрятался Санейк. Курьера хочет перехватить. Ну я думаю, он сначала посмотрел на трейдера и видел сапог. Как никто друг прекрасно понимает, что скорее всего Артстрайт идет. Возьмет себе одного, а может быть. И заранее засыпался тем, что готов против Дэнди, против двоих выживать. Койко молодец прям, талантливый парень. Шарит, да, действительно. Но плюс ко всему не забываем, что есть Энчантер, есть такой же ответный лесник, у которого тоже есть... И Ябзар при возможности, при наличии какого-то свободного пространства обязательно воспользуется этим и попытается тоже прогангать. Может быть, конечно, к бафу гангать не так удобно, все-таки герой с эскейпом, но вот условно прийти за спину к бисмастеру или к, опять же, медвежонку будет вполне возможно. Да, может быть ему какой-нибудь сеточ, например, как, а вслед за этим удара. И он способен там выйти со смока, дать сеточку и после этого закинуть стан. В принципе, шансы тоже имеются. Там такой комбо может сработать. Ну вот пока довольно-таки жесткий. Он стоит тут один, а в это время Сатир его убивает соло. Ты посмотри, он почти его убил тычки. С огнем играет, на самом деле, так провоцирует. Блинк сразу не юзал, только сейчас хилочка. Так, Сатир сейчас может спить хилку. Дэнди, осторожно. Ну Дэнди, ну боже. Но хилка же, по-моему, полностью не подхилила. Или подхилил. Ну, не сильно, но будем считать, что... Чантрас линию выиграла. Но ждать выхода Артстайла. Артстайл пока не торопится. Артстайл у нас третий левел себя. Ну, фармит, конечно, здорово леса. Но выходить куда-то не стремится. Видимо, ждет начального сапога какого-то. Или нет, вот тут смотри, смог прожали. Есть сатир, есть также тролль. Два скелетона на подмогу. Заход будет попытка, наверное, зайти за спину к Бэтрайдеру все же. Ну и к чему это приведет? Или же на топ пойдем. Куда пойдем? Артстайл думает. Неудобно. Трайдер стоит под вышкой. Да, он на горе. Да, можно выйти в спину для Дарксира. Сир стоит далеко. Точки взять его вполне возможно, но Койко. По-моему, забайтил немного Дэнди сейчас. Но... Вышел из смока оставил и, наверное, на этом все. Загангать он больше не может. Ну, туда побегал, сюда побегал, Артстайл так и не выбрал себе позицию, при которой он будет атаковать. Нашел хизу, кстати, в лесу, начинает встречать его, неплохо расконтролил. Шоквейв дал, сетку дал. Будет сейчас еще один шоквейв, но хизу это не убьет. Скорее всего. Ну, наверное, еще выждал максимум там. Раз уж никого не самое серо погонять, из него хп, и после этого можно свои леса бежать. А теперь мы наблюдаем за ответным смоком в исполнении ноутикити. Здесь уже Enchantress, заручившись поддержкой Крэмбич Доктор, атакуют Артстайла наглого, который спрятался в лесу и фармил там. С двух сторон зажимают каст и кидают. А есть такие жжок вейри в ответ. Ну и кое-кто здесь фармлайм поджог товарища Артстайла и делает фарспас один. Загулял. Я думаю, ну, прекрасно понял Ванек. После того, как здесь прогнал Дарксира в надо доказать. И смог ган, который начался для Дэнди, он сумел... поймать. Да, в итоге будем вести такой подсчет небольшой. 1-0 в пользу Enchantress по отношению к Чену. Да. У Чена выход первый не удался, а вот у Enchantress получился. 1-0 пока. Но это только начало, это только 4-я минута, дорогие друзья. У нас будет еще очень много выходов, я надеюсь. Как мы видим, на топ уже пошла перетяжка. И тут у нас Ябзор. Попытка немного помешать Этиара. Или Сандейк, кого-либо. Движонок бит, конечно, довольно серьезно, Кизу пытается уйти, Ябзор пошел коней до конца Санейка. Плохо ты можешь, слышишь, шокбейм. Пошли касточки на Лондроида, Лондроиду нужно бежать, бежит, да, Сатир мучитель уже. И Дитяр настраивает, находит Дэнди на хосте, фокусит Сирена, нужно его быстренько забрать, чтобы он всех не захилил. Сандерян старается свалить, Медведь начинает бит, перешки не про... Кезу спасает своих. Ну там четвертый уровень, только Дитяра, корней вроде как и нет еще. Поэтому действительно убрать кого-то не получилось. Ну довольно интересная перетяжка, в общем-то и ноутикити из двух суппортов на топ подвели и заставили мидера Нави туда сместиться. В это время Бэтрайдер получил свободного фарма немного. Я думаю, что по крипстрату он все же отставал, но вот пока Аква побегал туда-сюда, он догнал.
ДПСу, ну и надо, конечно, фармить на свой принтаке. Ну и Диггити, ну Диггити сейчас видит то, что у ОД на легкой линии все хорошо, ОД при легкой поддержке прекрасно справляется с Бисмастером, убивая моментально его кубинов. Дружно выходит наверх. Они сейчас делают ровно то, что делали когда-то в свое время Danish Birds. Они стараются сбить лоундроиду все тайминги, чтобы он не смог фармить себе быстрый рейденс. Ну, пока видим, крипстаты топовые в своей команде показывают дитяра, то есть и мета с этим скоро появится. Не сказать, что прям сильно как-то агрессируют, но Диггити был один единственный выход, в котором они не добились успеха на топе. И, в общем-то, пока все. Хочется, конечно, больше телодвижений, но мы видим, что тот самый Vision, который поставили на Ави, он очень много показывает. И для медведя такие перемещения не станут неожиданностью. Вот смотрите, опять прожали смог, по-моему, прожали под вардом. Я верю, скорее всего, это так. Растел, правда, не реагирует. Но он, ему не повезло. Стоял бы чуть-чуть ближе, скорее всего, бы спалил. И что собирается сделать? Вот так вот на кентавр китается Эншел, выходит с Анейка, посмотреть, как там и что. А там тролль в сетку кидает, тут же и кентавр, нужно его разбить, чтобы дать стан. Будет поздно. Принцапчик подходит Дэнди, Соник Вейв под моим. Что дальше? Но должен быть еще, да, Shadow Strike. Дэнди МП вообще мало. Очень сильно накручивает кентавр, забирают Пейна, стараются забрать Энчантрас, но кентавр пока не остановим и продолжает раздавать. Дэнди вынужден бежать, у Арстала проблемы, Синдерин решил пойти контануть, ах, ручка ему не хватило, и Нави отбились, право. Отбились, да, 2 по 1 размен, но, опять же, нужно всегда учитывать то, что Патрайдер остался спокойно на линии. Вынужден Дэнди бесконечно помогать на топе, просто уже во второй раз приходит хловать медведю, в то время как Патрайдер занимается свободно фармом. Это, конечно, минус. Ну и не забываем про Эру, который вообще проблем никаких не знает. Топовый крипстат на карте, соответственно, Нетворс тоже. В этих двух коров все замечательно. Да, ну пока, наверное, Дэнди вынужден отбиваться сверху. Лондроид это, наверное, не самый сильный герой. Фармит Мидас, и нужно активно помогать своему союзнику. Сейчас Медасика может... и можно съесть, например, крипа Энчантрас. И после этого смело стоять. Возможно, возможно... В принципе, уже свои вылазки наверх сделали, и самое время идти обратно свои левела выфармливать. Пора, да, но опять же, они вернутся, как только у Койквы появится блик дагера. А таблика осталось не так много, с учетом того, что вот эти стаги сейчас будут офармлены. Получаем где-то 1900 голды уже, так, еще 300 осталось, и будет все хорошо у Койквы. Койквы начнет уже первые выпадки под спами с блик дагером делать. И этого нужно будет просто опасаться. К этому нужно будет всегда быть готовыми. Иметь ТПшки на случай того, что будут нападать на твоих коров. Да, Синдерен сместился вниз. Теперь он потихонечку пуливает крипов и продолжает их фармить подкат. Нужно быстро получить для себя шестой уровень. Ну а Энчантрас, в свою очередь, продолжает пока в одиночку вверх играть лондруид. То, что ее потенциал еще не раскрыт. И можно попробовать вот сейчас перемать кента, снова пойти в... Скоро появится левел 6, уже будет немного попроще раздобаживать противника, появятся импетусы. С другой стороны, также обратим внимание на генерала, про которого мы тут тоже мало говорили. Левел 6 уже парень имеет, есть Primal Roar, и совсем скоро будут нафармлены некрономиконы первые. Генерал свою точку знает, в принципе, не потерялся на этой карте, имел важность фармить ближайший спаун крипов нейтральных и свое выносит. Да, он молоток. Он, ну, во-первых, ХУД старается не панами, разве кого-то переагрить на себя. Сверху тем временем вылазка. Вылазка на Ябзера, нашего арста. Подходит Дэнди, моментально забрали, браво. И дальше. Можно пытаться подловить Хизу. Хизу на Сюрдже пытается свалить. Тролль, сетка в откате, конечно, поймать не получится, да и рейндж большой. И вниз перетяжка. Попытка атаковать вот это. Генерала не забрали. Эра лоу топэс. Снэйк идет до конца, брейнсап, хватит через секунду. И съедает. Отлично сейвит Нави сейчас друг друга. Великолепная игра от генерала. Заманил под тавер, успел дать рор. Позже, наверное, пал своих и... расправились. Стоп, один керри на карте. Два фрага в разных частях карты, но вот теперь Патрайдер. Вот теперь Патрайдер. У него есть блинк дагер. Он прожал смог. Тут же ТП. Пытка сейчас залететь и кого-то убить. Но вард был уже проставлен над нами позади таура. По идее, информация у тебя должна быть. Он должен благополучно отойти. Плюс еще неприятная линия подпушил. Сколько он взлетает, смывает вверх. Тут же ловит лосо тиара. Чем будем убивать? Большой вопрос. Лосо ничего там и нет. Целый шор, и тиара благополучно сматывается. Надо он здесь. Бутрайдер пойдет наверняка дальше, есть напалм, также висит щиток, подходит сюда Арстайл, и дитяра погибает, Арстайлу, возможно, стоит бежать. Арстайл, если один дает кин, дает танчик кентавром, пошли до конца, ничего себе, что он творит, он соло их поднимает. Получается генерал. Генерал нужно взять, но Дарк... Да, у нее... Аут.
1-0 выход оказался успешный. Почему так получилось? Потому что только-только ТБшки тратились вниз на убийство от Волдувауэр, поэтому топ перетянуться никто не смог, и никто не помог медведям. Полученный выход от Бэтрайдера и первый реализованный выход от СОП из Блинктакера. Ну что ж, довольно интересно играют оба коллектива, есть куча перемещений за эти 10 полных минут, и пока 4-3 чуть побольше убивает Нави, но разница минимальна. Тавр знает, отлично сыграет Койко. Сыграл у Дэнди Тавр. Отнял фактически его команды, часть денег решил. Дэнди пока не боится Бэтрайдера, в наглую стоит, вот это... и пошли за Синдереном. Синдерена нашли. Снейка дает ему сон. Подходит в Таэра и, скорее всего, убежать. Убегает отсюда Снейка. Также проваливает Дэнди. И нужно пойти маны для себя набрать. А ну, что ж, в этот раз не получилось быть. Да, Нави пока немножко лидирует. Тату у них ровно. При этом законтрили все выходы Бэтрайдера. И там и время продолжит своего медведя одевать. Пока вот они справляются со своей задачей. Мишка, конечно. Самое главное, действительно, медведь пока чувствует себя, ну, неплохо. Могло быть, конечно, и лучше, если это не убийство. Но, опять же, все пока в пределах разумного. А, с фарм, с медасом действительно зарабатывают. Но, опять же, главное не промаркать следующий выход, которого уже лассо, между прочим, откатилось. Сейчас он докупит себе какой-то условно форстав и тут же отправится на топ. Конечно же, Эра. Эра, которая одевает ОД такого, ну, бывших акирокоптеров одевали через статы. То есть, Акилка, Drop of Engines, что... плотнее, побольше топ, естественно, больше дэмэджа сможет выдавать. На команду. Аура, аура. Армора на всех. Здесь и пригодится. Пригодится. От Кейнорпа у него уже мы видим набили вкачанный. Спасибо тоже. Почти замакшенное, но, в общем-то, полный порядок. И смог. Очередной смог. На этот раз генерал решил порадовать в кавычках противника. Есть Некрономикон и первый, есть Праймал Рор. Осталось только кого-то обнаружить, включая Вижн. Видим от Волдевауэра, там же видим Бэтрайдера. Масть на ОД, возможно, будет опасно, но пытается это сделать, Бэтрайдер сюда даже не стремится, в итоге ОД должен умирать. Или нет, довольно плотная эра прячет себя. Тут же ТП, подходит Синдерен. Соник Вейв попадает, но эра опять-таки выживает, добивает Дэнди, вынужден после блинка и скрима делать килл. И Синдерену здесь должны тоже убивать. Через финскрип благополучно сделали 2 минуса. Замечательная рылска от Нави. Генерал прекрасно реализовал свои первые некра. Рассчитывал то, что... у нас пока еще не такой плотнющий, и можно смело его забирать. Идеальный спей. Заставляю стягивать спортов в данном случае, если она. При этом может быть сейчас кого-то еще. А в это время сверху, конечно, Койко забирает Артуэлла, и на мид-тиар лучше всего так. Артуэлл старается выжить, есть у него сеточник, и вирусы кипауэр на всем. Жать, иначе их фармят. И не пошел Дарк Сервич. Джейс, Саком. Все жгут, вообще забирает все крипов артстайла, ну, блял, Ванек, забилял. Ну, ты знаешь, вот если бы его здесь не было, то, скорее всего, медведь погиб. Поэтому он так своим телом спас, можно сказать, медвежонка, позволил ему уйти. Ну, а сам чем погиб, в принципе, для него не так страшно. Ну, они почти среагировали. Они, когда забирали снизу героя, прекрасно понимали то, что здесь никого нет территории, иначе бы на защиту ОД выдвинулись бы почти все. И раз никого нет, то, скорее всего, Трайдер проводит такой... Бэтрайдер, естественно, время даром шел за DTR, ну и можно сказать, что Ванёк DTR спас фейстекнул. Ну, получается, что так. А тем временем, пока на топе вот это веселье происходило, вниз перетяжка от Нави на Рошана. Очень внезапно для Мордигинси, забирают Аегис, остается он Дэнди. Выход получился очень неожиданным, который для нас, но и для ребят из Нордигинси. Аегис в инвентаре у Дэндика Путин. Порядок полный. Видим, что Артстайл почти докупил себе меку. Осталось на свиток только дофармить. Есть Обливион Став, Дэнди будет играть через Орхид в этой карте. Ну и генерал будет стремиться к своим третьим микрономиконам. Да, пока пик Нави выглядит так, то что они мало того, что довольно-таки хорошо чувствуют себя в начале, ну если не время, при этом они еще и хороши в лейте. Что Бестмастер полезен своими аурами, что вот там баны Некро 3, естественно, будут слегка бафать всех. И самое главное, наверное, то, Шан падает почти моментально, почти на любой стадии игры. Нави-абузеры. Ну да, всякие ауры, вот этот испугает. Вот, ну, тут нет, вот вопрос. Вот я помню, что Нави, когда они играли против Vici Gaming, в той игре они отдали абсолютно всех. То есть, что была не игра, они его забирают в игре. Так вот. Получилось то, что этот Айгис решил.
Ну, вообще, стоит вспомнить, что Na'Vi на прошедшем StarLadder'е, по-моему, 7 карт играли за Radiant, и только 3 или 4 катали за Tyr. То есть, у них все время сторона Radiant была, и довольно драматично было сходить на Рошана. Может быть, из-за этого Вичкейминг и забирали почаще, скажем. Ну, я конкретно... Возможно, им это надоело. Теперь самое время твою отбирать. И вот то, что Na'Vi тоже это могут делать, и у них это получается замечательно. Да, пока в этой карте он совсем не заметен. Эра дали возможность ему фармить, там, не знаю, 13 минут, даже уже 14 минут он фармит спокойно на легкой линии. Было парочку выходов, две смерти у него не имеется, но подключений к команде пока никаких. То есть от него нет помощи буквально. Вроде нафармил себе статовые артефакты, но эти статы применимы тогда, когда находишься возле своего коллектива. Эра же больше занят тем, что убивает крипов нейтральных или крипов на линии. Да, странная, очень интересная игра получается. Ну есть, да, Эра как бы стоял на легкой линии. Ты его не убивал, видимо, только просто расслабился. Видимо, не ожидал такой дикой агрессии от Na'Vi. Потому что сейчас у него выбил мастер, у которого есть Некра. Генерал очень хорошо. Ну и, соответственно, сейчас он далековато от своего четвертого нетворка. Этого его фрифар на карте. Ну да, пора, по-моему, уже подключаться к коллективу, если все вместе изобретать в пятером. Потому что если опять-таки еще немного времени подарят Na'Vi, появится медвежонка Радианс, будет совсем плохо. Ну, правда, и видим, что и Хезу тоже пытается артефакты себе выформить, может быть, просто-напросто еще и не готовы на утикете. Что у Трайдера это все замечательно, у остальных пока не все так круто. Ну да, я бы сказал то, что Энчантра сейчас, вот там хороша против Чена в начале игры, потому что у них, ну там, плюс-минус разница в одного крипа. Но вот сейчас слишком большой перевес за Ченом. Потому что у него 4 крипа, которых, ну, пока ярко... Так нет героев, которые смогут убивать. Вслед за этим у Чена, даже если попал, и в принципе ему не особо нужны артефакты. В то время как Энчантрас требует артефакт. И похоже на то, что... Ой, я тут как четко нашел дитя разницы Рена, спрятавшихся в лесах. Просто завел туда медвежонку, увидел и не выпустил того из этих трех сосен. Убил! Отличный соло-фраг. Дополнительные деньги для дитя Ра, это очень ему нужно. Ему осталось совсем много. Дал до этого сакр-трелика. Полный порядок. Ну и вынуждены были на удигете просто-напросто тут уходить. Санейка, который также может стрять. Но пока не видно. Повезло так хорошо за Никлс. Все еще есть трой. Возможно, он просто будет Тейдис и кого-то палить, но нет, решил полететь на центр. И на центре нас ждет Эра. Эра, который решил перетянуть. Вот, хотелось бы сказать то, что, ну, даже несмотря на то, что Чантра сейчас не очень сильна перед Ченом, и все равно стоит куда-то пойти. И все равно стоит попробовать реализовать Блинкдаггер на Бетрейдере, потому что потом будут огромные сложности против того же Лондруида и Некро 3. В следующем, да, и у Чена появится гоним какой-то, но действительно, как с этим всем бороться, я не представляю. То есть, условно, если сейчас полный ваунш на этой стадии блок против медведя, медвежонка сейчас тоже, то позже будет просто невероятно пробивать его, невероятно сложно. Вот сейчас вступить будет Эра, на Эру закидываются, тут, конечно же, команда рядом, что будет происходить, просто АФР подальше. Вот же какой-то генерал, прямо урон и обзора, пытается очень быстро забрать Эрена, через пингрип пытается подвязать койку, подвязывает Санейка через лосо. Санейка, Соник Бэйв, рассказ неплохой, лучше подхил от Сендерена, видим, кто старейшин, его заканчивают. Отправляется он в таверну, койку по замедлению улетает в другую сторону. Ну а каким-то образом там Энчантрес выжил после рассказа генерала. И дальше малыми ресурсами отделали здесь на утикете. Забрать только одного. Только одного героя. Повезло, ну как-то что... странно. Мастер дал в Энчантрес, у Энчантрес есть пассивочка, и там что, никогда, что как бы очень сильно ее пробивают. За счет этого она убегает, так что просто нужно немножко выбирать другие цели. Там может быть Бэтрайдера дать ультик, может быть ВД, Дарксир или в кого-то еще, и тогда Na'Vi будут... твою забирать. Ну да, файт в принципе прошел, ну, неплохо, то есть могло быть и больше, но забрали один килл, в принципе распределились довольно неплохо по карте, поставили агрессивные варды, это тоже очень важно. Ну и в целом так занимает больше площади, чем делают на утикете. На утикете несколько подсажат, мы видим, вчетвером возле центрального коридора. Вот, или сейчас, или никогда, либо сейчас делают свои киллы и реализуют мира, либо через 10, через 5 минут под конец. Вот сейчас нужно идти и грызть Na'Vi изо всех сил. И, конечно, по возможности нужно нападать на медвежонка, но медвежонка они не видят пока. Дэнди видели снизу на Дэнди, да, но как же его ловить, у него есть Аегис. Ну а Дэнди убегает, Дэнди вот так вот нажимает и прекрасно видит то, что никого нет во вражеском лесу. Кстати, нужно успеть, успевает. F3, он видит то, что никого нету на карте, никого нету во вражеском, в своих лесах, и вследствие чего по-любому они, ну, либо сидят на базе, либо идут гангать. В данном случае просто нужно играть аккуратно. Так получилось все замечательно, Дэнди сбежал атаки, какой-то серии на Дэнди не набросился, а Дэнди
Подожди, а Путин, есть-то нет. Дэнти пытается уйти на блинке. У него еще есть Аегис. Опять-таки провальная атака от NoDigit, и ответка будет сейчас от Na'Vi. Дэнти разворачивается, ныряет с кримом по двоих. И обзор пытается сделать инбаунд. Дэнти нет своих вейв, но он идет дальше шадострайками. Кое-кое вейдит шадострайк. Приходит дитяра. Здесь же и Пейн. Пейн нужно кого-то подцепить через финскрип, но слишком большой дистанции уже на NoDigit. Поймать не получилось. Кое-кое может стрелять, кое-кое под бар лезет. Кое-кое праймал рор, генерал не достает. Успевает кое-кое отойти. Как же на тоненького играет NoDigit. Трижды не подставили. И очень, жестко все рассчитал Данила. Видел то, что Firefly будет райдер прокачивает. Его можно идти. Для этого огонька он не так сильно дамажит. Поэтому прекрасно понимал то, что его команда подойдет. И очень близко. Теперь, как... Понятно. Потому что Na'Vi теперь невероятно сильные. Да. Да, меня по-прежнему смущает. Я смотрю на Эру 0-2-0. 19 минут, у вас уже падают сербатовара. Скоро будет заход на хайграунд, а от Волдвауэр вообще в игре не видно было. Это был керри от Волдвауэр. Что это за АФК фарм такой? Это нежелание подраться или даже нет возможности просто драться. Я не знаю, что происходит. Но у Тейра сейчас есть блиндаки, но возможно будет хорошо влетать на финскрип. Вот бы зашел, получает просто наглый финскрип. И как спасти его? Как спасти? Я не знаю, как поставить. Получает альфа фарм, он от травм спасает. Здесь в теории не поставил, потому что пакет есть сайт, и Кристоф Тайр подхиливает после него. Минус 2 уже сделали ребята из Нолдеки, смогли забрать Черена в ответ, и 3 в 1 Крустай. О, Na'Vi молодцы. На Крустайте, как мы видим, драться очень-очень тяжело. Да, несмотря на то, что Дзевау дал довольно-таки хороший ультимейт, это все отхилил Чен. Чен у нас была мека, там был год, но фактически все выкилились на фул, и я не знаю, как Нолдеки могут убить, чем они могут убить такую кучу. Здесь и медведь, и два кабана, и крачи, вслед за этим еще 4 крипар стайла, а у NoDigit нет. Их просто убивают без шансов. Да вообще без шансов, вся карта выглядит без шансов. То есть если поначалу NoDigit как-то пытались еще ганкать, на то парочку вылазок было, было два неплохих смещения от Патрайдера, как там реализовывал блиндагер ранний. После этого нет ничего абсолютно, команда просто не знает, что делать. Ну на самом деле, действительно, как ты подметил, момент-то упущен. У медвежонка уже есть радиант, ему уже в принципе ничего не страшно. Да, я просто посылает вперед медведя и убивает всех. А то, что ОД это кэрри, конечно, хорош, кого-либо убит. Особенность мин... то у него нечего воровать. Ты можешь сделать по нему удар, ты можешь два удара, можешь просто его пи, но при этом твоя инта не стакается. Для этого Эра, ну как бы, пока в драке не до конца понимает, кого же ему лучше. Сейчас может стрелять Эра, видно его вот этим ястребом. Генерал имеет Primal Roar, Эра, видимо, тоже все понял и просто ушел на блинке. А не хватает блиндакера генерала, ему немного денег не хватает. Медведь, бежать. Койку не хочет. Получает себе корешки, дальше ему деньги вешает Сален, сколько забрали, и Na'Vi просто идут вперед, уничтожают NoDigit. Да, вообще, сейчас можно, в принципе, спокойно идти по нижней линии, там тир 2 нет, можно зайти на хайграунд, глифа тоже нет, спокойно снести линию. Вторую, и, в принципе, наверное, даже думаю закончить эту игру в 22-й минуте. Не вижу ресурсов для того, чтобы отбиться, то есть, опять-таки, мы подчеркиваем пик команды NoDigit, нечего комбинировать с вакуумом. Вообще, да, синергии полностью отсутствуют, понятно, как это понял, то есть, многие пешки все-таки нужны, и вот есть шанс у Дарктира. Он был. Вот он был, да. Получает Primal Roar, Фитскрип тут же, хорошо сейвит его здесь от Волдуваур, Дэнни дал свои свои практически танки, тут уходит. Получает Сален, Киз опять ничего не может сделать. И линию просто спокойно сломать, не будет ходить. Быстро цепить на разворот, кто-то влетает, лансасирует из генерала, его тут же поставят. Нечего ввязываться в борьбу, и нет в этом смысла никакого абсолютно. Na'Vi просто умничал. Назад я бы думал, что Na'Vi сейчас пошли бы спасти генерала. Мол, ну да, вообще, брат за брат, вот это у них было такое. Да, это когда вот гирокоптер был трапирой, его там по Т4, они все дружно туда забежали, потом все выбежали, они там скорее больше бегали, чем бежали. Ну и сейчас мы видим только работу, делали. Понятно, что не... Когда тут лежит огонь, мараки его забрали, и его сыграть надежно. Поступили, действительно, просто оставили один килл для NoDigit, пусть они там довольствуются, на такую себе компенсацию получили за потерянную сторону. А что сделали Na'Vi? Отошли и заработали огромное количество денег, купили себе артефакт, ну просто какие крутейшие, блинкдагер появился у генерала, у Дэнди появится БКБ артстайл, уже есть такая санейка с линзой. Собираемся вместе, забираем энджента большую пачку и стремимся по топ-линии заканчивать игру. Я думаю, план примерно такой будет. Да, и похоже на то, что NoDigit
пошли в отчаянный путь. И наверняка понимают то, что они ничего сделать, если Нави подойдут, встанут в позиционочку, и нужно как-то вот напасть самим Мака сбоку, может быть, первым вырезать там Бейн или... Грубо говоря, надо что-то делать. Энди в инвизе, ой, сейчас может все спалить. И да, он видит местоположение Синдерена, Ябзера, знает, что Койку где-то рядом летает, вот он, Эра рядышком бегает, весь вижен Дэнди дал, команда подтягивает, сейчас будет инициировать кого-то через Алит, попытку убить. Хорош. Эра. Санейка тоже здесь, сидит грипп, подходит Тиара, кого-то цеплять на Санейку думает, кого-то цеплять, пошел вакуум стенка на развороте внезапно, кого-то пожимает, уходит из-под стенки, а у тебя Траймл Роры, Финн Крипы, фокус сразу две цели Нави, одну из них сливи, Эра пока жив, пытается кого-то убить, как и Норма, дал Санти Клипс, проект потеряли, good game, написали. Ну, прекрасная игра от Нави. Замечательность была. Отлично они отыграли с Варелинии, дали довольно много времени для того, чтобы Лонгру и при этом купили его в начале игры, и Геринг только восхищает. Да, при всем при том, что Нави, в принципе, исполнили свою стратегию, как они должны были исполнить, я все-таки хотел бы сделать акцент на том, что NoTickety, такое ощущение, что не в своей тарелке, то есть начиная со стадии драфта, заканчивая тем, что мы видели на стадии лэннинга, что они хотели, в итоге они не показали, и была ли вообще хоть какая-то задумка, вот для меня тоже большой вопрос. Я думаю, Синдерен может посмотреть плейчики, как они Нави выигрывали, он может увидеть, какие там были герои. Там у одного герокоптера АУЕ было больше, чем вот сейчас у всех героев NoDig вместе взятых. И надеюсь, что он, ну, что-нибудь придумает. А одеваться некуда. Одна карта, и ты вылетаешь из квалификации и бываешь из борьбы. Поэтому нужно сейчас сделать работу над ошибками прямо сейчас, до старта следующей карты, и уже показывать себя в новом свете перед своими фанатами, конечно же. Ну а Нави имеют один матчпоинт, и это, я думаю, радужное сведение для всех, кто смотрит сейчас эту трансляцию. Поэтому мы сейчас, Дмитрий, уходим на коротенький перерыв, и буквально через 5-6 минут вернемся, чтобы посмотреть вместе с Навером 2 этого противостояния. Никуда не уходите, друзья, мы скоро... Ну что, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир, продолжаем с вами смотреть за квалификациями на ESL One Frankfurt 2016. Напомню, что сам турнир пройдет у нас только в июне, LAN его часть, а сейчас мы с вами наблюдаем лишь только за квалами, за онлайн непосредственно частью. И здесь в европейской квалификации столкнулись Na'Vi против NoDigity в сетке лузеров, и 1-0 уже Na'Vi в серии ведут. Посмотрим, что будет в карте под номером 2. Seconds remaining. Dire team pick. Или пушат сами, может быть.
Ну-ка. Radiant Team, ban. Dire Team, ban. Radiant Team, ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Ну, вообще, да, то есть с тех пор то особо мета, ну, она менялась несколько раз, но мы всегда приходим к единому. Чем активнее, чем ауешнее персонаж ты себя забираешь, тем проще тебе, во-первых, воевать 5 на 5, и тем ты просто будешь сильнее. Как бы это избитая истина, и к ней рано или поздно возвращается абсолютно при любом патче. Ну и даже здесь мы это видим. Единственное, что хотелось бы подметить, то что, конечно, сейчас перестали брать таких суппортов типа ЕС, а все-таки больше делают акцент на роумящих персонажей, для того, чтобы брать начало. Да, да. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Это замечательный пик. Так, у нас пока Фурион на ФП был от Нави, Энчантрес они себе добрали уже позже, в ответ на Чена и Пака. И через Crystal Maid играет у нас на Диггити. Это четвертый, по-моему, по популярности героя Синдерена. После Бэйна, Венги и Леона. Он любит на этом героя покатать. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Я боюсь ошибиться, тут поправлюсь сразу, извини, что перебиваю, по-моему, я обзор уже набираю, если не ошибаюсь. Seconds remaining. Ну, ты правильно подметил, что тут просто какая ситуация, что, во-первых, Синдерен не затрот на этом герое, а Ябзор просто на нем не играет. То есть вот среди всех матчей, которые я вижу, только единожды он попробовал, тоже против Нави и проиграл. Ну а сами Нави периодически берут, играет на нем, мы знаем, неплохо Санлейка, но в этой карте ее. Nightstalker. Dire Team Pick. Думаешь, вот я смотрю на пик, и мне пик почему-то нравится, кажется достаточно активным. То есть, вот насколько я знаю этого Найтсталкера здесь будет с 4 минуты просто поглощать всю карту. Это герой, который чуть ли не полностью контрит Баунти Хантера, и при этом не дает там как-то эффектно прятаться Фурионом в лесах. Это, ну, такой своеобразный контрпик получается. Reserve time. Против ПКБ сложновато бороться. Ну, только пак с аганимом какой-то, может что-то придумать. Да, очень похоже на этот. Хизу действительно будет тирать на Найтсталкере в сложной, но мы... Думаю, вы прекрасно знаете и видели, как он на нем выполняет, поэтому вопросов к нему быть никаких не должно. Вопрос, как Нави будут отвечать. Санейка сейчас немного призадумался. Мы видим, что вот после выбора Найтсталкера очень много времени тратит на пик.
Radiant Team, Baron. Опасный пик какой-то, просто вот опять же, ну, Зевс, надо понимать, что герой-то он вроде бы потом в лете раздает и гуго как раздает, но поначалу, первая же ночь, что делал Зевс без эскейпа, я не знаю. Как будет прятаться Bounty Hunter, я представления вообще не имею. Зевс не тот герой, который победит Чена с Аганимом, там, с Симоном. Reserve time. Тут согласен, тут мне тоже ВВР нравилось чуть больше Зевс. Ну, видимо, расчет на эту самую глобальную стратегию от Нави, то есть у них есть Фурион, у них есть Зевс, я ожидаю вообще появления какого-то там, какой-то спектры, например, на легкую линию фармить. В принципе, дефолт, которым тоже очень часто сейчас исполняют. Насколько актуально это будет, посмотрим. Так, кого они могут бояться? Ten seconds remaining. Dire team ban. Они сразу поняли. Ну, здесь надо понимать, что против Межонка-то особо ничего нету, но дикете в таком пике. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. По-прежнему опасаюсь пика спектры от Na'Vi, то есть я понимаю, что это может быть немного жадновато, но это глобальная стратегия, за место 5 на 5 она будет работать ну просто супер шикарно. Ты прожимаешь буквально по одной кнопке, Зевс, Nature's Prophet и Спектра, и, к сожалению, ЦМК умирает. К сожалению, и Паку очень больно, к сожалению, и Чен может сам поставить. И... План для Na'Vi? Я просто думаю, что NoDigity будут брать того героя, который будет... преимущественно БКП сразу. Я, возможно, думаю, что одним из этих героев будет Гирокоптер. Это Спектр, они сами себе забирают Спектру. Они, возможно, специально отобрали у Na'Vi. Теперь проблема, потому что, в принципе, у NoDigity с глобальной стратегией все в порядке. Кен дает хил всегда и везде, Спектра нажимает кнопку, Пак может и зировать любой точке. Лардер. Все-таки Керри Фурион. И это оффлейн с Лардера от Свинцера, конечно. Вот, что-то тоже сомнения большие. Знаешь, вот мы видели в первой карте немного несинергетичных персонажей в одном коллективе, и вот то же самое сейчас я вижу у Na'Vi. А, я даже два речи на секунду потерял, потому что ну, непонятно, как этот Лардер будет взаимодействовать, с кем он здесь сочетается. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Не любит бороться
начальной стадии, то за счет этого, от этого можно отталкиваться. Можно вот такой расчет. Ну давайте посмотрим это в исполнении, наебу, что называется, на практике, в теории это возможно абсолютно все. А пока закупаются водами, у нас есть возможность, конечно же, представить оба коллектива. Начну я, пожалуй, как до этого с No Digity. Эра сыграет у нас на спектре. Койква будет катать на паке. Сложно отправился к Хизо на Найтсталкере. Ябзор будет у нас значение играть. Ну и, соответственно, Синдарен взял свою сигнатурную Crystal Maiden. И команда Na'Vi. Стейка ромит Баунти Хантера. Артстайл стоит Enchantress. Дэнди, в свою очередь, забирает мид и играет на Зевсе. Диара легкую на Фурионе. И генерал стоит в харде на Слард. Хорошо, с этим все понятно. Видим, что в очередной раз на ту же самую точку ставится первый вард у Na'Vi. Обратите на это внимание, вторую карту подряд. Просто все для того, чтобы защитить своего хора, своего керри на легкой линии. Это очень важно. Поставили тут же сентрик. Ну и при всем при этом, кстати, вард чем хорош, что будет видеть, как будет фармить Найтсталкер через Iron Talon, какой-то ближайший спаун. Ну хотя бы будет смещение в эту сторону. Да, я вообще думаю, Найтсталкер помирал на героя. Скорее всего, он готовился к замесу 1-1 против Фуриона. Надо уходить. Уходи, 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 мало хп, и Зевс там с генералом раздать. Вообще, да, тут, конечно, вот в таких противостояниях Чен не самый лучший герой для того, чтобы воевать за баунти руну. Ну да, там идет Слардар, у него Мора, Зевс начинает память первую, кулдаун у него снимал, и в Диггете проиграли бы эту драку в любом случае. Нужно убегать. Ну и получилось, что Na'Vi в итоге забирают две баунти руны, шикарно сыграно. То есть одну взял Фурион на легкую, другую взял Дэнди на Зевсе. Ну, замечательно, замечательно. Да. Стат хороший. Пак остался без баунти рун. Пак остался без баунти рун. Ну, по поводу Найтсталкера, я вот посмотрел на Кизу. Кизу. Кизу, да. Хизу сейчас идет в сложную линию. Он прекрасно понимает, что он, скорее всего, там стать будет один, потому что Enchantress сформит лес, Bounty Hunter обычным вражеским лесам, и купил себе все статы без Iron Talona, чтобы стать против Фуриона. Ну, тоже имеет смысл. Задача, конечно же, первостепенная, до 4 минуты купить себе сапог и, может быть, какие-то стики, и, конечно же, поднабрать побольше левел, это самое важное для Найтсталкера. В идеале левел 4, но может это не сможет, вопрос другой. С учетом того, что стоит против него только один Фурион, это вполне возможно добиться. Ну, все же Iron Talon, я думаю, будет, хит покупает себе Killing Blade, все же слишком быстро начинает пробить после этого Найтсталкера. Это, в принципе, дефолтная игра от этого Найтсталкера, от Хизу. Да, ну и просто будет стоять левел для себя набирать. Ябзор своего... то, что Санейка его довольно-таки сильный контрит, он просто мешает ему получать экспо. Санейка, по-моему, пока некуда идти. Хотя, вот тут отставил другого мнения. Стоит на мид и самое время охотиться за Ченом. Тут двойная охота, потому что Чен пытался выйти на Зевса, и сейчас охота пошла на самого Чена, приходит артстайл, Снейка должен замедлять его как-то, у него сапог и нет торговик даже, Дженады тоже не имеется. Ой, ты слушай, он Сатира перехватил и запуржил Ябзор, и Ябзор не стоит на месте, он будет погибать, отлично сыграл артстайл, очень четко, это будет килл. Шикарно сыграно, просто шикарно, артстайл, красавчик. Очень здорово сыграл Ванек, также, ну, почти хвалить Чену, понимал то, что нужно съесть кентавра. После этого свой станчик дать, но так получилось, что в это время уже кентавр умирал. Тело. Первый выход от Na'Vi получился вполне успешно, немного Чен загноблен все же. Вот та самая стадия, когда Enchantress будет посильнее Чена. Идешь двумя крипами на него и размениваться. И он, естественно, чувствует. Enchantress чувствует много лучше. И нужна помощь Синдерена, чтобы Enchantress можно было. Так, а чем у нас поможет Синдерен? Синдерен есть левел 2, он пытался немного понянчить спектру, но в итоге это не очень хорошо получилось, потому что генерал, по-моему, вообще все равно. У него сапог стал, стул, по-моему, боится. 8 единиц брони спектра его тоже не пробивает. Ну вот он взял кубик, пошел Enchantress поискал, Ваня его обошел и... на эру. Да, есть. Так, ну и что будет фурш, что будет, сетка будет, фурш пошел, и сетка тут же пошла. Эра пытается спрятаться где-то в текстурах, туда прям подальше сматывается, да, и получается уйти в этот раз. Немного не подоспел Санейка и увидел здесь Синдерен, фростбайтом подцепил, немного хэ отнял. Но все не то. В итоге выход-то у Na'Vi не получился, однако здесь стоит понимать, что все-таки на какое-то время Спектра осталась без фарма. Ей очень тяжело, она будет сейчас очень бояться куда-либо выйти и бить. Личное давление. Na'Vi продолжает вражеский лес захватывать. Не позволяет они Тулмейден с кубиком, ну и там уже Чену тут все фармить. Чен, видимо, опасаясь того, что Enchantress сможет дать, решил пойти во вражеские леса и... левел получить.
Да, ну и опять же, может быть сейчас поначалу будет на Удиге тяжело, мы это прекрасно понимаем, но вот мы ждем той самой ответственной минуты, а именно четвертый. Хизу будет готов, у Хизу есть левел четвертый, у него будет фир, пока он держит один скиппоинт. А, сапог он переобрел, соответственно, даже левел пятый успеет поднять, купит себе ТП. Тут нападение на Синдере, нападут, находят Фури, забрали Мэйден и оставили. Да, Спектре нужно как-то вообще отсюда убежать, потому что, не дай бог, ее увидят. И планы на то, чтобы уйти, ее нет. Гусик. Хороший выход получился, Спектру опять-таки немного подгнобили, убили суппорта вокруг нее, то есть теперь нет даже няньки никакой. И Эра стоит и ничего не может сделать. Но ночь началась, Хизо покупается даже в фейсбутс, есть левел 5, ушел от него Фурион, он просто прекрасно понимает, что здесь. А скорее всего на Найтхалкер можно просто в соло отъехать. Хизо замечательно. Хочется его похвалить. 26 на 3, при том, что у Фурион там пенечки, да и в принципе рейнджовый герой многим рейнджовым героям довольно-таки сильно стоится, и он сейчас готов бегать лиром. Дэнди очень интересно спрятался, так сбоку подошел, молнию подписал, Дэнди пытается просто убить, рассказ дал, но кое-как бы успел от первой, от второй молнии не спрятался. На деле не подловили Ябзера, Ябзер тоже будет отправляться по верну, загулял в чужом лесу. Ну, как думаешь, я думаю, вот здесь вот против Фуриона, здесь вот гулять опасно. Думаю, да. Думаю, что и Bounty Hunter, который тоже по всей карте кружит, он даст много бешеного информации. Да, Хизу первую ночь решил, видимо, полностью пофармить. Целую минуту уже потратил только для того, чтобы убивать крипов. Левел 6 у него есть. Казалось бы, пора где-то придумать, но топ-линию он вообще не покидает. Очень странная реализация Nightstalker, кстати говоря. Ну, пока да. Может быть, он просто чувствует... Лежит, это будет слишком очевидно. Возможно, стоит кому-то прийти, тут вышли Синдерена. Синдерена забрали, Артстайл бежит, его также убили. По итогу у нас размен один в один. И вот более-менее так снова диггити отбиваются. Пытаются сдерживать агрессию Нави. Так, по чуть-чуть. Ну, возможно, действительно просто ждут, когда у Эры появится Хаус, и Хаус уже вместе, они там думают с Найтхалкером что-то. Но пока генерал Питер неплохо Эру разбирает, у генерала Magic Wand появился. Крипстат у него замечательный. Я вот жду, когда NoDig тот же мув, как делали на начале игры. То есть у вас есть Crystal Maiden, она кого-то ловит в пик. А также имеет Чен, у которого два крипа. Было бы здорово вот кого-то найти пик, потом там Пурш, Станчик, и ты забираешь его. Сейчас попытка будет убить, но хороший ультимейт Зевс должен был все поднять, генерал, и сматывается. Просто в тайминг Дэнди выдает свою ульту. Просто в тайминг. Защитный ультимейт. Да. Характеризовать вот так. Ну, и все еще Эра. У Эра проблемы, стан, пару ударов с руки, и да, добивают. Будет без, конечно, вместе с Янзером стиль оставил убьют. Генерал, скорее всего, тоже отбит. Разминчик хороший довольно-таки пошел. Отличный Сталинс по генералу несут. Да, у Хил есть бой, он идет до конца. И вот минус 2. Вот. Правда, реализовали на ультики. Они взяли героя пожестче, это на Маркера. То есть побольше импакта. И можно забирать кого угодно. Раньше этим даже заниматься. Все действительно получается. Найтхалкер слишком грозен. Мы это видели. Но здесь пришлось даже Спектру отдать для того, чтобы Найтхалкеру как-то помочь сделать парочку фрагов. Но в любом случае Хизу и пофармил хорошо. У него сейчас 1200 голды. Он может покупаться смело по инбустеру. И следующей ночью уже попытаться нафармить Акани. В принципе, у самого Найтхалкера все прекрасно. Вот проблема в том, что у его героев, у его тиммейтов все не так хорошо. Потому что Спектра, посмотрите на нее, у нее 1500 нетворца за 8 минут игры. Это да, очень мало. Честно, я демонстрирую то, как нужно бороться с... Прям идти и прессовать ее с ранних минут. Вот сейчас у них это получается очень круто. Генерал, абсолютно... Генерал, он хочет... Хочет напасть. Это может получиться, наврывается Спектра, нападают на Дэнни. Дэнни... Ничего не может сделать, подходит крипы, Дэнди уходит, да это отличный рассказ, также выбирается сейчас Снейка, бьют по Эре, но Эра выживает, хотя забрали. Паку умер, там тоже мы тебя раз, ну ты немножко прошел, Сикизу тоже пытается забрать, потом плюфаем, последняя тысячка, тебя Райт тоже килл, тут же пошел дальше амплифай на Ябзера, Ябзера останавливают станом и еще один фраг, минус 3 делают Нави, шикарно. Да, попытка была убить Зевса. Зевса неплохо здесь засейвили. Опять-таки генерал покрутился, станы попытовал. Ну и на развороте. Вот это глобальная стратегия. Огромного количества урона подают магические прокасты. Плюс, конечно, генерал под скоростями убивает, гоняет всех и всем. Здорово забрал позицию. Но Дэнни, скорее всего, бы забрали. И кто бы знает, как бы оно пошло. А так он вышел, развел Нудики на большую часть костов. И после этого вот он наш молодой талант.
Да, и опять-таки дружно, коллективно Нави действует, то есть друг за другом, раз за правда, куча ТП-шек постоянно стягивают, помогают. А у Нутики такого не происходит. Ну, типа, постоянно в игре кто-то выпает. Если в той карте мы подмечали не очень уверенные и не очень такие темплейные перемещения эры на Толдвауэре, то здесь Синдерен совсем выпал. 0-2-1 у него. Ну, в общем, вот, файте мы его не видели вообще. Ну вот он сейчас понимает, видимо, что пора игру. Купил себе Транквилла и вот данную минуту не смоки. Теперь самое, наверное, полезное, что можно сделать, это нажать смоки и пойти кого-либо убивать. Потому что против Фуриона, против Баунти Хантера, с Пистол Мейденкой... Я не знаю, что сможет. Тяжело. На тебя кидает трек, и ты уже... Подать. Да, и магического прокаста здесь очень много, то есть сурки никто не захочет пить, просто с кастов убьет один Зевс. У Ценки хп маловато все же. Ценейка без палева так бегает. Очень хорошая позиция у Нави. За елочкой взять. Отстал такое ощущение, что вообще байтит. Можно обойти. Пошли. Дэнди встрял, получает залит, открывает на сталкер, залит, сыграл минус. Также забрали. До Эра. Эра смотрит, кого бы ему убить. Вместо этого решил убежать. И Найсталкер побежал дальше. Ловит Арстайла. Фарба. Есть у нас также Саленс. Арстайла нужно забирать, но как-то не хватает. Силушки. Но нет, все-таки забрали. Войд был, просто Кизу аккуратненько старался по тавру не подставляться до последнего, ждал кулдауна. В итоге минус 3, хороший рассказ получился о нолдигете, на занаглости дерзость Нави поймали и убили. Классно получилось, немного закомбэчили, ну и день, конечно же, тоже отыграли. Видим, что очень много дэмэдж вписывает в пак, в первую очередь благодаря своему прокасту. Ну и, конечно же, Найтсталкер, как тут, используя Даркнесс, много дэмэджа нанес. В итоге, за минус 6000... А нолдигете делают 7 минус 3000, то есть 3000 было отыграно. И вот теперь такое ощущение, что как же легко даются выпуски для нолдигете. Они были лишь два раза заиграли смоки, два раза они сейчас даже по щам надавали. И скорее всего стоит также продолжить очередные смоки. Если я покупаю Синдерен. Пока невозможно. Почему? Потому что Даркнесса нет, кулдаун, да. А ночь следующая через минуту 10. Ну можно вот, минутку 10 подождать. Да, самое время дождаться, когда начнет ночь. При этом было бы здорово купить дагер на паке. А у Диггит очередной раз готовы идти и убивать. Но Нави это прекрасно понимают. Нави знают то, что без этих артефактов, без Диггит сами не свои. И поэтому самое время забудить Рошанчика. Обратите внимание, дорогие друзья, вторая игра, где Найт играет за Дайр, и второй раз подряд они просто спокойно забегают Рошана. При этом нолдигете об этом хорошо понимают. Всё, да, сыграл, таймер словили действительно хороший в отсутствие ночи, и забирает Айки себе Дэнди. Все прекрасно, смотрим по артефактам, что появилось. Линза появилась у Дэнди, теперь можно касты свои подальше выдавать. Есть Митрил Хаммер, у Дитяра выходит Аштрам. Есть Драм оф Энджинс, довольно статовый, плотный. Ну и Артстайл, конечно же, Драгон Лэнс с намеком на выход в последующем Багани. Все прекрасно по артефактам. Ну а ребята из NoDiggity, из самых крутых артефактов, это Блинк на Хойкве и вот CoinBooster отберут себе Кизу. Пока это все. Да, теперь интересно, угадает ли Нави, где сейчас будут фармить NoDiggity. Пока сверху фармить и забрать. Синдри находится в позиции, но Сонейка уже его видит. Один Синдерен бегает за 6 уровень. Лука? Ешь её? Съели. Вот как-то так, да. Он успел вард поставить, и скорее всего вард будет обнаружен сразу же. Ну да, дело в том, что довольно-таки легко его обнаружить. Баунти Хантера узрал и за... Почти 700. Треки, божественные треки, что же они делают? Да-да-да, то есть фидить нельзя. И вообще противопоказано бегать по одному, потому что по Нави слишком много голды получает, даже если это Супер Кристал Мейден. И стоит... И вот прямо сейчас идти в атаку. Там плюфай дэмэдж. Берет смоки, и они пошли убивать. Самое время сейчас для NoDiggity. Единственный, конечно, вариант, то что Нави есть Аегис, и, собственно, надо будет считаться. Кизу тем временем получает трек, получает Декен Тос, приходится Дитяра хотел перехватить, но не получилось. Кизу возвращает, Дитяра может убивать, но пошел даун. Пили, Дэнди убегает, Найтфалкер уже погиб, преимущество Найтфалкер уже не будет брать, и вот он получится стараться там сфиксировать на Дэнди. Рассказы, Зевс издалека просто отстреливает, спрячется крутой койку, иллюзорба нет, Шит не помогает, минус 3, и Снейк идет дальше. Еще парочку треков, ну, конечно, по серии 4 он сам соло не задайвит. Ну, Нави... лишь только лишился Дэнди, да, Нави великолепно, они прессию на Дэнди кричать. Прекрасно понимали этот раз уж ночь, что по-любому, ну...
стараются ее реализовать. И пошли в лобовую атаку. В лобовую атаке на тебя выходит Зевс. Зевс и Эгис по ноудиге не хотели убивать. Они вообще как не кастовал. Даже пак Дримскол. После этого, который дамажит всех, это машина убийств. Еще отметил то, что все-таки очень ужасное начало драки было для Нотигити. Первым поставился Найтсталкер, пол хп. Ему непостижим. Найтсталкер тот герой, который вообще в драке должен был жить. И бесконечно накидывает Сайленса на Зевса, условно того же, и кидать Войды нон-стоп. То есть поначалу должен был врываться Пак с Дримкойлом, потом Спектра и только потом Найтсталкер. А вот да, Найтсталкер погиб, и преимущество ночи было вообще не использовать. Да, я бы сказал, что на их месте бац, на то есть возможно обойти Фуриону. У него всего 1000 хп, это раскаст Пака, там Сталкера, ну и Драм. Возможно, стоит напасть на Энчантрас и можно ее забрать, но явно не в лобовую. На Слардара и на Зевса Сайгис. Нужно грамотно себя позиционировать. Все верно. Ну что ж, очередной выигранный файт для Na'Vi. Потеряли лишь только Aegis, но это в принципе не так страшно. Буквально через полторы минуты закончится ночь, и можно идти дальше, можно идти вперед. Сайгис купил себе уже Мекку, и это тоже будет большой плюс для Na'Vi, потому что за месяц 5 на 5 будет подхил. В то время как у Чена еще, видим, подхил этого самого Смитанского не будет. 0 ультимейт. Ничего, в принципе, не мешает. Поставлены варцы, правда, эти варцы тоже моментально сносятся. Да, сейчас Викторию и идет спамит Lightning Bolt'ы. В его случае довольно-таки правильное решение. Втягиваются все на центр и продолжают Na'Vi вытягивать ноги на лобовую атаку. В лобовой атаке у них небольшие проблемы. Очень нравится мне, как разбираются с милишными корами Na'Vi, то есть обратите внимание на айтем билды, это артстайл с драгонлэнсом и дитяра с драгонлэнсом. Рейндж атаки нереальны, в том числе как и у Дэнди с линзой, за счет своих линзов тоже далеко стоит стреляет. И подобраться к ним будет невероятно сложно. То есть если вы там зажимаете спруты противника, отходите на максимальную дистанцию, вы атакуете, а он вас не бьет. И от этого Найтсталкер сам, Спектра после ультимейта будет невероятно сильно страдать. Конечно, был крутой мув, крутой айтем билд. И Na'Vi забрали вышку в миде. Никто эту вышку не дэпил, значит, ноудиги куда-то пошли. Дэнди проверил свою ульту вверху и на их издух бежит. Убегают отсюда так. Тулмейден, в общем, все. И прекрасно читают игру Na'Vi. Но они понимают то, что стараются чем-то занять. Драться 5 на 5 они не способны. Тяжело. Да, да, ну... сверху. Пушить, простите, что еще раз перебил. Они не могут. Так, у них Найтсталкер и Спектра, это не те, которые больно. Из-за этого ноутим молится только на килл. Na'Vi его не дают, Na'Vi просто не подставляется. Да и бегают пятером, это абсолютно верное решение. То есть действительно сообщают друг за дружкой, то есть если кто-то инициирует, сразу же прилетают и помогают. Действительно, очень пока качественно отыгрывают Na'Vi. Ну что ж, ночь-то подошла к концу. У Найтсталкера Darkness в принципе есть, но он хочет очень купить себе, конечно, Аганим. До него осталось всего лишь 700 колды. Но за это время, пока он будет нафармливать себе этот артефакт, уже снесется тир 2 тавра. И внешних товаров у Ноутигити уже не остается. Да и в 5 на 5, если брать вот замес 5 на 5, когда Na'Vi уже все стоят, и мы просто играем по стратегии Вим ближнего, этот Аганим, ну, он, конечно, хороший артефакт, но он не выглядит тем айтемом, который спас вернуть драку. Надо будет безусловно что-то. Там, опять-таки, только за счет ганга, за счет того, что у вас будет улучшенный вижен, ловить по одному, выцеплять и убивать. Ну вот, в частности, например, это очень хорошо позволит сражаться с Баунти Хантером, который вот так вот нагло перемещается по чужой территории, и вообще никто ничего не делает. Он сейчас бегает, против него нет никакого гема, вижена в своем лесу в качестве центриков тоже нет. Поэтому дал инфу на койку, если кто-то потянется, можно брать. Например, вот Слардар с Плинтагером. И давно мы не смотрели на Эру. Явно не день эры, если так на него посмотреть, то есть что в прошлой игре ОД, ну, мягко говоря, у него не пошло, там и да, да и заметно сделать что-либо тяжело. То здесь мы видим Спектра. Спектра имеет 0.1.5, то есть какие-то ассисты это хорошо, но при этом по нетворсу он третий снизу. Это ужасно. Да. Поначалу загнобили, дальше, конечно, фарм найти было невероятно сложно. И драки бесконечные, он хоть в них и не умирал, но и фраги при этом тоже не делал. Третье, все-таки важно при покупке Urn of Shadows с первых же хаунтов делать какие-то фраги и набирать обороты. Не получилось. Тут даже нетворс такой же, как у флейнера Слардара. Это сложно. А я напомню, дорогие друзья, что пока пауза была, у нас с Na'Vi сегодня будут играть два матча, то есть сейчас они вот так ой-ой-ой-ой-ой, что это? Ты прикинь, а при этом еще и Ценку чуть не погибла. У нее 139 хп. Она сейчас умрет. Очередной трек-килл.
Бам. По-моему, уже уничтожение. Это какая же красная у них стратегия. Бежит Баунти Хантер, в точке ты находишься, потому что стоит БХ. Тебя влетает два ульта, и нереально по одному. Просто нереально. На месте NoDeal вот продолжать какую-то игру. То есть нужно просто идти all-in. Вот прям сейчас тебя вот давит, давит, давит. Знаешь, то, что форсы по 12 за Na'Vi, но честно, там 20 тысяч. Странные. Ничего сделать не сможешь, и им нужно идти рисковать. Ну хорошо, давай дадим возможность рискнуть только после того, как появится мека на Чене и Аганин на Найтсталкере. Вот тогда давай. Просто рисковать будет намного проще. Элементарно ты будешь знать, в кого врываться, в пятером нападать и ловить. А действительно, ну просто даже нет ресурсов для того, чтобы вылавливать и идти ва-банк. Они не могут фармить. Эра попушил ли? Ну, здесь еще рядом может зайти и Чен. А Койпа вообще один уже. Аккуратненько так вот, давится нюка. И вышли за Хизу. Хизу имеет уже Аганим. Самое время делать ТП, ну не стоит ни в коем случае жадничать. Генерал его почти нашел и стал прекрасно. Пауза. Долго ждал. Хорош, что генерал качественно просто сделал, находится оппонент, прочуял, скажем так, залез в эту самую норку. И Найтсталкер там испепили. Найтсталкер, да, успел купить себе Аганим, но с другой стороны, понятное дело, что нужны были еще и деньги для того, чтобы купить себе гем в последующем. И эти денег отчасти отобрали. Плюс ко всему, что время, проведенное в таверне, тоже идет минус по зарабатыванию колды. Ну что ж, неплохой выход от Na'Vi. В принципе, мы говорили о том, что нет уже тир 2 тавров, а значит, есть смысл, может быть, подождать Рошана, может быть, без Рошана подниматься на хайграунд и пытаться выиграть игру. И ты представь, как жестко играет Na'Vi, то, что, казалось бы, NoDeal уже бегают вот по этому краю карты. Даже там их находят. Даже там им. Нет места на карте пофармить, посплитить, еще что-нибудь поделать, но NoDeal просто зажимаются сейчас на своей базе. Посмотрите, 4 героя. Пятый тоже рядышком. Покупает, да, вот Аганим собран, наконец, пак купил себе просто догон. Каким вот образом он решил делать камбэк, то есть убивать героев с нюков. Окей. Хрен его знает. Нету продолжения, не хватает. То есть, кого бы он не дал свой рассказ, что Дарт, по-моему, тут почти герои выживают. Надо подождать и максить дальше. До пятого. Ну, я подозреваю, что просто от безысходности был куплен такон, только потому что он собирается проще, а на дорогостоящие артефакты нет ни времени пофармить, ни возможности. Да, скорее всего, он понимает то, что Геркс тут вовсе не сможет собрать, если он его соберет, то там игра уже закончится. Там, даже не знаю, там Линкин, Сфера, Улы, ну тоже так себе позволяет убивать. Не для камбэка. Да, они не для камбэка. Самое время как-то рисковать. Вот это уже такая легкая предпосылка, но... Давайте посмотрим. То есть, опять же, пока NoDeal никуда не идут, почему? Давайте попробуем выяснить. Но, видимо, теперь нужен гем. Потому что гем и Bounty Hunter не поймать. Ну, а в это время Na'Vi, конечно же, будут просто выискивать. Выискивать героев, которые пытаются сплитовать, отпушивать линии, постоянно делать какие-то легкие минусы. Просто беспощадно чешут, прочесывают всю карту и пытаются найти кого-то. Получается не всегда, но тем не менее, захват территории большой. Ну вот Na'Vi пока патрулируют территорию. Они прекрасно понимают, что появится Рошан, это, по сути, дисциплина. То есть даже несмотря на то, что они так жестко бегают по одному, они видят то, что ночь на дворе, здесь на кого угодно может поймать Найтсталкер, и вот так вот гуськом все вместе передвигаются, и очень тяжело кого-либо найти. А вот сейчас можно. Вар стоит хороший, и видно, как ему Кристал Мейд. Вот, пропили, может быть, Спектру. Подумал, Слардар вживаются под ультимейт Фурион и Зевса, Эрлоу, ТП. Изничтожили за секунду. Интернет ничего бы не смог сделать. Дает Новый год, что-то неудачные получились, но все раз, что вот так РС уничтожает под дистанцией. Банк Койт, вот зачем ты пришел из банки. Ну, я думаю, на этой ноте можно. Шансов. Уже нет. Нет, да. Они, ну, грубо говоря, они, конечно, игру, когда вот Найтсталкер бегает где-то вот в своем лесу, а вся команда от него убежала. Потому что это единственный герой, который может их спасти. Герой, который может заметить Слардара, который собирается сделать Аблинк. Фуриончика, который собирается подойти Зевса. То есть он за счет него можно выпить. И NoDeal от него в этом сами пойдут вперед, да. Это странно, действительно, игра. Ну вот опять же, ждали кем? Гем дождались. Окей, Чен купил для Найтсталкера, потому что сам Найтсталкер нафармить был не способен. Теперь можно что сделать? Теперь можно хотя бы немного территории отвоевать. Появляется Рошан, и прямо сейчас нужно... Прямо сейчас. Если они не успеют его законтестить, то все. И бафли. Пошли.
Так, мы понимаем, что Butterfly Fighter, потом Рошан должен падать слишком быстро. Тут их успели, накинули. А, бегает Найт Сталкер. Обратите внимание, что видит он уже Баунти Хантера, видит борцы, должен все дело посносить. Где? Где это? Вот этот топорик, все, сноси. Ну и пока он этим занимался, Рошан уже благополучно погиб, вылетит, и она забирает себя Аегис. Момент упущен, а Аегис у противника. Теперь нужно сваливать. Да, теперь нужно только лечиться. А чудо? А что-нибудь. Нави слишком хорошо по нетворствам, если вот ловим. Там почти 15, 14,5 тысяч у Фуриона, 9 тысяч у Перса. Допустим, тоже 6. Нави самое время просто пойти. Они сейчас... Я так добавил трехать. При этом... очень хорошо отстанут. Догоны, это Мека и Владимир Нуба для пуша. Фурион на старты, чтобы было кому бить раунд. Та же Энчантер догонит. И тот же Зевс купил себе, чтобы, если что, скидывать себя Сайленс. Все прекрасно. Действительно, по артефактам все подобрано замечательно. Для того, чтобы выигрывать замес 5 на 5, для того, чтобы просто пропушить. И сейчас будет заход на хайграунд по центральному коридору. Активно пытались сплитовать вот на тикете. Мы вот сейчас решили сместиться. Причем, что интересно, обычно в таких ситуациях Спектра старается где-то на линии быть и потом на раунде прилететь. А здесь она стоит и даже не пытается сплитфармить. Абуз Драгонленса. Прям стоит, он будет тренжи, вышка. Убивает ненавязчивый черт. Взяли, да. Забрали. Да без шансов вообще, конечно. Просто даже непонятно, откуда эти тычки летят. Он стоял на своем хайграунде, слоуграунде его пробило. А вышка не может бить. Вышка не может бить ретом Фурион по тычке. Сами после этого вызывает пеньков. И вот так вот в легкую падают бараки. Смотри, как и уже нет. Раскидываются опять же треки, амплифаи. Просто бомбит станция артстайл, нарезает по Кизу. Кизу чуть не отъехал до того эффекта, со 63 хп у него всего лишь осталось. Но вынужден, конечно, возвращаться на фонтан и регенит. За это время будут падать бараки. Нави достигнут успеха на этом коридоре. Можно напросто сваливать и куда-то идти на другую линию. И я пытался, кстати говоря, спритфармить. Тут же плохие фармить. Да, при этом посмотрите, как Нави сыграли. Они решили не забирать ренджовый парак, как раз понимаю, то, что Спектра фармит. Ну, может быть, ее пазухой лежит релик, свиток на радианс, но у Эрик настолько тяжело, что вот у него только Яша и барабаны. 7000 на Творс, 0.25, фрагов не делал, ассистов маловато будет. Ну все, он киллов мы видим всего лишь 6. С таким-то пиком, но это очень мало. Прогнали. Да, прогнали Спектру сверху и теперь... Здесь мы видим то, что ноудигити просто не успевают выйти на другие линии, при этом заканчивается ночь, вслед за этим нету и Даркнесса, ну и то, что это легчайшее для 2-0 для Нави. Даже нечем откидываться. Ну, рада, да. Что пак не торпу и на это... Ночью действительно проблема, через 3,5 минуты только появится, ужасно. Тут новый мейд Дрена есть. Беда, треки опять-таки прозвешиваются, спокойно будут забирать топ-линию, надо дать бой. Бой последней надежды, бой такой, чтобы фанатов порадовать. Но вот прячем у нас против пака, пак все должен сваливать, вызываются тренды. Изу здесь бегает, полкачивает, может там клипает, минерал разворотится немного побили, но там даже пути. Койк возлетает, пытается еще усалить, по троих тоже дает хаос, просто просто разобрали, но он разворотит рассказ и падает по героям, это опять зачем. Продолжаются бить бараки. ГР делает ТП на свою базу, вообще. ГР, а он уже был потрачен, видимо, он не стал. И вот они на байбеках. Будет ли продолжение какое-то? Нет. Да. Просто отбили линию. Ну, барак-то потерян уже. И зажимает крутые Хизу, будут пробивать с помощью прокастов, импетус залетает, Хизу остановился и погиб. Хотел немного сократить дэмэдж, не знаю, что этого сделать. Баг пытается уйти на лизарёр, там же работает Гардиан Крипс, подхиливает тиммейтов Нави. Две линии благополучно снесли, ну и где-то вот секунды должна быть та самая заветная фраза. Они такие спокойные, такие равнодушные, потому что убирают вышку, убирают бараки и убирают абсолютно все, при этом они как-то не хотят рискнуть, хотят там попытаться, они просто это базу. И чудо. Как мы видим, чудо нет, и Нави фонтаны убирают, держат пенсионочку, забирают артстайла и убивает тавер. За настолько четкую игру. Гейм. Две карты подряд, и ты знаешь, по-моему, слишком просто было для Нави. Вот. Что, да, я ждал Цюндрену пик Вичи гейм. Я вот думал, кушали, сейчас мы будем брать Спектру, брать вот таких героев, которые нужно фармить. Я ждал увидеть Цюндрена реально замес. Да. Показ. Гирокоптер я вот уже тут
квадрокоптера. Да просто поинтереснее игры, но ну, не знаю, хоть пиран поромить какой-то взяли, что ли. А тут две катки как-то и совсем уж в одну калитку. Тут Синдриан решил выйти в лейтгейм, там с кем-то в игре Спектра, и мы видим, что Нави таких наказывают и не прощают. Я думаю, вот если такие команды будут попадаться им на пути, то Нави это лучший представитель тех, кто может быстро захватить инициативу и пропушить. Это наши специалисты. Специалисты в области раннего давления. Ну что ж, Нави мы поздравляем, меня становится чуть-чуть, прям буквально на ступеньку ближе к тому, чтобы завоевать себе заветную квоту на ESL и при этом, конечно же, получить, возможно, то самое заветное приглашение на Vanilla Major. Но об этом попозже. Сейчас Нави в лузерах прошли на Удигите, они будут встречаться с Team Spirit. Скорее всего, матч будет завтра или послезавтра. Нужно уточнять, потому что в верхней сетке еще ВП и Вега Сквадрон остались. А как бы там ни было, здесь сегодня в рамках этой квалификации у нас все. Напомню, дорогие друзья, что сейчас на параллельном нашем канале на хитбоксе уже... Боксе же, правильно? На хитбоксе, по идее, должны стартовать матчи Dream League. Продолжение этих самых матчей. Сегодня там две игры. Сейчас играют от Финном против Team Spirit. Потом Нави будут играть. Да, hitbox.tv/dota2ruhub. Ну а мы с Дмитрием вернемся к вам завтра, опять же, на эту квалификацию ESL, ровно в это же время, поэтому имейте в виду, ставьте будильники, забавляйте свое расписание и приходите обязательно посмотреть на либо матч Нави, либо за СНГ противостоянием ПП и Вега Сквадрон. А на сегодня все, спасибо, что смотрели, оставляйте комментарии, пишите в твиттерочках, в соцсетях, на них и подписывайтесь, вот и на YouTube-канале, я думаю, вы прекрасно об этом знаете. Спасибо, что смотрели, пока-пока.